Добрый вечер. Сейчас будем рассказывать про как правильно посадить купарицарис. Во-первых, что мы делаем? Делаем луночку в зависимости от вашего контейнера. Плюс 20-25 сантиметров больше. Потом, что мы делаем? Делаем легкий дренаж. Если дренаж делается только для чего? Если вы будете стелить газон, либо у вас есть грунтовые воды, либо есть слив воды. То есть вот в этом плане тогда мы делаем легкий дренаж. Тогда копаем ямку глубже на 10-20 сантиметров, подсыпаем легкий дренаж и тогда уже высаживаем это растение. Что для него используем? Берем торф 4,2 pH, либо 5,5 pH. Не так важно, но не сильно высокий, но и не сильно низкий. Мешаем его немножко с песочком для того, чтобы сохранялась влага. Высыпаем это все на дно. На дно, самое дно ямы, мы используем амафос, азофос, препараты на основе фосфорных удобрений для усиления корневой системы. И тогда у вас растение быстрее начинает развиваться. Насыпаем, потом высыпаем уже немножко земельки, немножко торфа с песочком. Ставим растение. Опять же, кипарисовики, купарицепапарисы, либо туи не любят заглубления. Поэтому желательно высаживаем по корневую шейку. И тогда у вас растение будет максимально хорошо чувствовать. Что дальше делаем? Мы обсыпаем это все плотно, прижимаем это все хорошо и заливаем водичкой. Раз залили, чтобы вода постояла, два залили, вода постояла. И тогда уже на следующий день мы еще раз заливаем и проливаем корневином. Корневин используем 2-3 раза раз в 2 недели для усиления корневой системы. И все будет хорошо. И ждем весну для того, чтобы хорошо встретить лето.